Этот год постепенно подходит к концу. Он научил меня, как чинить собственное сердце, как собирать себя заново по частям. Как справляться без людей, про которых я думала, что они будут в моей жизни долго-долго. Этот год научил меня, что никто по-настоящему не с тобой. И любой может уйти, не оглянувшись назад. Никто не поставит тебя обратно на ноги, кроме тебя самого.